День Победы мы привыкли праздновать масштабно – парад, концерты и салют. Однако в этом году коронавирус внес свои корректировки, и 75 лет Великой Победы мы отпразднуем иначе. 9 мая, конечно, все парады отменены, но участие в Бессмертном полку все предусмотрели в онлайн-формате. 8-й канал радиостанции «Лема» и BBC предложили приморцам поучаствовать в телевизионном бессмертном полку под названием «Дни памяти». К нам в редакцию поступили живые истории и фотографии участников Великой Отечественной войны. Увидеть их можно будет с 4 по 10 мая. Бьется в тесной печурке огонь. День Победы! Правительство края прорабатывает идею акции «Песня во дворах», где фронтовые бригады будут устраивать театральные представления в жилых микрорайонах города. Также приморцы могут поучаствовать во флешмобе, раскрасив окна своих квартир и домов символикой Победы. Символы, рисунки Победы, да, и вот таким образом продемонстрировать всем жителям и своим соседям свою причастность к этому празднику. Президент России Владимир Путин отметил, несмотря ни на что, День Победы останется в сердцах россиян. А парад на Красной площади в Москве и шествие «Бессмертный полк» будут проведены позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов, новости на Восьмом.